Всем привет, вы на канале Дешевый Китай, и сегодня мы поговорим об автомобильных сканерах для диагностики вашего автомобиля. Автосканер – это незаменимая вещь для решения проблем с автотехникой. Автомобильный сканер подключается к электронному блоку автомобиля через OBD2 или иной разъем и последовательно опрашивает датчики рабочих узлов и систем автомобиля, определяя неисправность. Результат проверки выдается в виде кодов неисправностей, показаний работы датчиков, считав которые, можно определить, что нужно поменять, настроить или отремонтировать. Итак, давайте разберем рейтинг автосканеров с AliExpress. Пятое место. Ensil AS500 – новинка 2021 года от именитого производителя для быстрой диагностики основного узла автомобилей. Благодаря компактным размерам, прочному корпусу и актуальной поддержке авто, прибор отлично подойдет для мастеров СТО и автолюбителей при работе с двигателями. Не нужно дополнительного компьютера или монитора, у вас все под рукой в одном корпусе. Вы просто подключаете OBD-разъем и наслаждаетесь работой. Поддерживает следующие функции OBD2, читает и стирает код. Установлено более 10 языков, в том числе русский язык. Высокое разрешение большого TFT качественного дисплея, который поможет легко выявить неприятности вашего автомобиля. Сканеры работают на всех автомобилях, поддерживающих EOBD протокол. Четвертое место. ELM-327 версия 1.5. Данный автосканер ELM-327 – это полноценное диагностическое устройство компьютера вашего автомобиля на базе протоколов OBD2 или EOBD. Автосканер может считывать множество информации с электронного блока управления автомобиля и даже устранять некоторые незначительные неполадки в его мозгах. Для полноценной работы со сканером ELM-327 вам необходим ноутбук или персональный компьютер, компьютер с Windows-системой или просто смартфон, планшет на базе Android-системы. Внимание! Данный автосканер несовместим с iOS-системой, а также с iPhone и iPad-устройствами. Позволяет очистить ошибки, отключить M и L. Читает диагностические коды, стандартные и коды производителя, отображает их значения в базе свыше 3000 кодов. Отображает следующие значения – обороты двигателя, нагрузку двигателя, температуру охлаждающей жидкости, состояние топливной системы, скорость автомобиля, краткосрочный и долгосрочный расход топлива, абсолютное давление воздуха, опережение зажигания, температуру всасываемого воздуха, массовый расход воздуха, положение дроссельной заслонки и другие. Третье место. Delphi DS-150i – мультимарочный автосканер для универсальной диагностики легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Сканер поддерживает более 48 марок авто – Евро, США, Азия, выпускаемых с 1996 года. Протокол передачи данных OBD2. Адаптер работает совместно с ноутбуком, на котором установлено программное обеспечение Delphi. DS-150i имеет больше возможностей, чем обычный сканер ошибок, так как в функционале устройства имеются опции проведения полной автодиагностики всех систем, проверки работоспособности исполнительных механизмов и датчиков. На редкость аналогичным автосканерам DS-150i позволяет сделать адаптацию и активацию блоков, в том числе их кодирование. Проведение самостоятельной диагностики экономит средства на посещение мастерской, плюс дает понять, являются ли ошибки, выдаваемые бортовым компьютером, серьезным сбоем или их можно сбросить самостоятельно. Второе место. Автомобильный сканер ScanTool Pro Black Edition. Адаптер используется при диагностике автомобилей любых марок. Последняя глобальная прошивка и обновление 2021 года. Согласно отзывам, в 2021 году на ScanTool Pro прибор популярен среди автомобилистов из-за приемлемой цены и хорошей совместимости со многими автомобилями. Удобство автосканера серии ScanTool в том, что адаптер дает возможность провести самостоятельную диагностику автомобиля, не обращаясь в сервисный диагностический центр. Он без проблем сопрягается с любыми бортовыми компьютерами, датчиками, системами контроля автомобиля. В результате водитель в любой момент имеет возможность получить полное представление о состоянии датчиков, параметров двигателя, корректности их работы. Устройство представляет собой адаптер, подключаемый к ЭБУ, электронному блоку управления автомобиля, через OBD-интерфейс.
Scan Tool Pro передает отчеты, которые можно просмотреть на платформах OS, iOS, Android и Windows. Отзывы о сканере Scan Tool Pro подтверждают, что это многофункциональное диагностическое оборудование, которое выделяется на фоне конкурентов следующими преимуществами. Сканер совместим со всеми автомобилями, начиная с 2000 года выпуска. Он считывает все ошибки автомобиля, в том числе системы ABS, SRS и другие. Диагностирует все блоки, двигатель, коробку, ошибки по электрике, вспомогательные системы и так далее. Инструкция идет на русском языке со ссылками для скачивания ПО. Но имеются следующие минусы. Для iOS необходимо покупать Wi-Fi-версию сканера, и нет кнопки для отключения питания, поэтому сканер нежелательно оставлять в разъеме OBD2 автомобиля. Первое место. Автосканер Rokadil Scan X. Это диагностический OBD2 адаптер для диагностики автомобилей всех марок и моделей. Автосканер предназначен для комплексной диагностики автомобилей, начиная с 1996 года выпуска. Возможности сканера. Чтение, расшифровка, сброс кодов неисправностей, в том числе системы ABS, SRS и других. Сканер диагностирует все блоки, двигатель, коробку, ошибки по электрике, вспомогательные системы и так далее. Выводит информацию о возможных неисправностях, отображает показания всех датчиков, присутствует возможность изменения скрытых параметров, например, сброс сервисных интервалов, включение регенерации сажевого фильтра, отключение заднего стеклоочистителя при активации задней передачи и многое другое. Сканер считывает параметры ЭБУ, ВИН-номер, версию прошивки и так далее. Делает тест выхлопной системы на CO2, ведет статистику и журнал поездок. Замеряет различные показатели, разгон до 100, температуру на протяжении поездки. Синхронизация со сканером производится с любым устройством на iOS, Android и Windows. В комплекте со сканером поставляется простая и понятная инструкция на русском языке со ссылками для скачивания ПО. Rokadil Scan X поможет владельцу экономить на поездках в сервис, покажет состояние автомобиля перед длительной поездкой, поможет устранить некоторые неисправности, возникшие в дороге, например, вывести АКПП из аварийного режима и так далее. Сканер можно оставлять в разъеме OBD2, уходя из машины, плюс сканер имеет кнопку выключения питания, что, несомненно, огромный плюс. Автосканер – это нужная и полезная вещь. В большинстве случаев check engine загорается реально по мелочам. Плохое топливо, перегазовка, забитый фильтр. Не понимаю, почему из-за такой мелочи люди сразу бегут в автосервис. Можно один раз купить хороший автосканер, который подключается к смартфону, и будут видны параметры двигателя в реальном времени. Поэтому лучше приобрести сканер заранее и возить с собой в бардачке. Ведь не знаешь, когда может пригодиться, а так всегда будет под рукой. На этом у меня все. Ссылки на сканеры будут в описании под видео. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока!